Десятки россиян попали в секретный список легкоатлетов-допингистов. Международная ассоциация легкоатлетических федераций, IAAF, составила секретный список из 363 спортсменов, которые подозреваются в употреблении допинга. Об этом сообщает портал standardmedia.co.kr. Документ носит название «Антидопинг программ, 2015 Testing Statistics». Он составлен группой специалистов под руководством главного врача IAAF Стивеном Берманом в 2015 году, однако так и не был опубликован. Отмечается, что большинство вошедших в перечень спортсменов представляют Россию. Кроме того, в списке фигурируют 53 кенийца и атлеты из США и Ямайки. Под подозрением оказались многие олимпийские чемпионы. Фамилии попавших в список спортсменов не указываются, однако отмечается, что в перечне фигурирует кенийский бегун Асбель Кипроп, выигравший золото Олимпиады 2008 в беге на 1500 метров. Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована IAAF из-за нарушений антидопинговых правил. Российским спортсменам разрешено выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Заявки россиян на участие в турнирах рассматриваются в индивидуальном порядке. Больше важных новостей в TELEGRAM канале, лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту, новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.